На милу похоже. Организовать какие-то мопеды и ездить сюда. Так бывает. Так, подбодрить, если просто вываливается, как змея. Получается, адреалин править. Ездить на рыбалку или на речку, на мопедах или на велосипедах. Да, на мопедах хорошо. На мопедах шикарно. Скутеры такие. На мопедах менты не вязывают. Давайте посмотрим наш участок. Это школа? Ничего. Миша, это школа, да? Справа. Школа, да. Долго объясняют, то есть когда карту составляют одну. Вот тут, кстати, квартиру продают. Нет, так а в чем тогда он вдруг, если он на вроде... Ну я ему сказал, тебе нужно переговорить. Так а он там что-то сидит? Нет, он землемер. Ну там где-то сделал ошибку, какой-то минерал. Там у всех немножечко, у меня чуть больше, чем немножечко. Короче. Нет, так если он тебе дал, ты просто отстегнул? Ничего он не отстегнул, просто мы в хороших отношениях. Это важнее, знаешь. Слышишь? Вот обратите внимание, видите, где стол? Ну там вот это. Там у нас еще 20 соток земли, которые мы получим только с момента, когда начнут продавать этот сам. Продавать землю. Вот пока еще не продают, мы не можем получить. Пропускаю. Что, что? А где человек? А человек где? А, вот человек. Можешь подождать, да? Все, прости, я не ожидал, что до такой степени. Я не могу на меньше кошки, на американские горки. Я буду хоть знать. У меня все. Тут можно было, не знаю, чего этот человек не устроил. Тут сюда бы отъехал, меня заставил там... Я сделаю тише, а там вообще жуки вас нагоняется какая-то. Не, в общем, нормально. Сейчас посмотрим, что тут столько народу. С собаками не очень. Воскресный день жалко. Вчера бы никого вообще не души. Ну и погода не располагает купаться. Курорт, короче. Да, классно. О, красота. Вот, бегают люди. Можно снимать? Сейчас так вот отсюда будет видно. Там рыбачит. Ты приехал не на тот пляж, ты приехал на тот пляж, никого вот тут называешь. Да, отличный пляж, хорошо. Выходим здесь. Вот, а там, вот вариант песочек, там единственная глубина тут на всем этом протяжении. Вот там не рыбачок вариант, можем его прогнать. Ты говоришь, что ты на общественный пляж, наверное, вот мы его проехали детский только что. Детский? Со спиной на нас. Да? Но там стоят люди с велосипедами. В принципе, мы можем попробовать. Ладно. Да нет, ты покупаешь, потому что вода шикарная. Ну, прекрасный нет, пенсионер тоже еще... ходит, видишь, не знает, что ему делать. А там на короем есть люди, не бачили? На короем пляжу, не? Вот на том кутку на входе, не? Есть люди? Да? А, понятно, понятно. Давай, дякую. Поддержать коммуникацию. Можно потом не почистить сарай. А вот с детьми это печально, знаешь, собаки, дети. Ну тоже приехали люди. Ага, ну ничего. Сейчас, сейчас. Сегодня воскресенье, еще неприятно. Ну ничего, я думаю, он не обидится. Отлично, ничего страшного. Мы не надолго. Он же не...
Он же не купил этот пляж. Ну, это в гамму. Собака, все выходят. Все выходят. А что же надо одеть? Поводочек тогда ему. Зайка, где твой поводочек? Наверное, где-то есть. И что, зайчик, выпрыгиваем. Ну, правильно придержала, знаешь, мало ли чего. Ну все, супер. Ой, молодец. Все выходят, опа, давай. Все, прыгай. Трубочка на месте, да? Держишься. Я вот, держи. У меня уже пальцы окоченели. Как мы будем разжимать? Это как, знаешь, как гранату эту. Все. Вылез. Хорошо, вылез. Красавец, красавец. Все, взяли, новость. Так, мы на телефон оставляем, все позвонить. Я сейчас подниму руки, как бы. Ну, так, Сейчас я малыша надо. Так мы же видели эту маленькую ужасную. Уже видели. Под машину к тебе залез. А мы там не пройдем. Нет, здесь нормально вход. Здесь хорошо. Да, да, да. Ну, впереди вниз, там нормально. Да нормально, нормально, видно же снова. Давай ручку. Так, ты можешь бросить эту фигню в стеклу, а мне нормально дать руку. Вот, ну мы сейчас тут начнем, а туда... Ясно, да, понял, что тут глубоко, чтобы не нормально, вон же берег видно. Ну да, да, бывает. А что бывает? Не, ну я ж... Давай. Нет, кто хочет купаться, я не знаю. Нет, да? Не стой, да? Желающий. Вон андатра. Андатра плывёт. Ну что? Песочек очень тёплый, между прочим. Песочек шикарный. Давай расстилай. Расстилай, Андрей, всё. Песочек, наверное. Это щенок. Это щенок. 7 лет уж как щенок. Хорошим лицом это щенок. Я люблю озвучивать. А то собака. Да, это собака. Иди, Викуля, помочи яйца. Давай. Давай. Желающих нема, да, дурных нет. Думаю, там дурачок. Давай, доставай. Доставай, молодец, молодец, давай. Плыви, плыви, вот новый. Андатрочка моя. Да, иди тоже, где Нола? Где Нола? Ищи Нолу. Да, не Нола. Молодец, какая. Ой, ты губочка такая. Директор Калина. Ай, молодец! Ай, давай, мне тут больше линейку. Спасибо, давай. А дальше? Ну. Оторвало все. Мимо? Мимо? Мимо. Дружа. Вонючка. Дружа ББ. Он тоже уже активно настроен на гульки, пляски, купания. Стас еще пойдет на дискотеку сегодня. Эй! Что там такое? Проем! Молодец, что там? Давай! Может там что-то найдем. Давай, рыбки. Копай. Уже пару обручальных колец. Отобьем, пойдем. И цепочка с таким крестом. Поповским. Да. И чтобы... Чтобы 14 века. Не, ну чтобы брат так брат сразу. Написано Владимиру от... от князя Новгородского. Таким, туда, Новгородского князя.
Круто, круто. Седайте. Сейчас. Оказывается, тут глубоко. Ай, воздух, а йод какой. Все, сейчас собаку рядом еще посадить. Похуче. Йод. Да хорошо, столько йода. Йоду. Йоду мне, йоду. Давай бой его. Не хочет он. Ну не хочет, вчера. Заберу. Ох, какой молодец. Вот это собака. И заметьте, течение идет, а палочка лежит на месте. Угу. Странно, да? Тихая заводь. Тихая заводь. Ну. Сейчас она тут. Это было специально. Немножко вас освежило. Ничего, такой маленький брызг. Жуля, облежи, Леночка. Не, вот этого не надо. Это не надо. Не надо, ладно, уже брызг. Сиди тут, меня. Не пойдем мы. Ну все отдыхаем, Викулька. Сиди тут, отдыхай. Ой-ой. Что это за мусор, который тут собирается? Это что, типа, с этого течения приносит? Тут, понимаешь, была проблема большая. Этот берег вот этой реки ел эти угодья, серьезно двигался. И потом в каком-то году получили кучу денег на вот эти вот ирригационные, как они там, укрепляющие мероприятия. Закуплено было жуткое количество этих камней, и вот тут все высыпали камнями. В деревне начали появляться заборы из вот этих бутов. Угу. То есть по ночам тихо люди перегружали их. Вот. Я поймал одного негодяя, типа, настучал, все, вот этот делает забор, да. А потом мне мама говорит, так давай и мы наберем. Я говорю, ну как-то уже неудобно, блядь, я сдал человека, который забор строил, да. Притом он в своем Део, он в Део грузил эти кирпичи страшные. Машина, над машиной издевка какая-то. И вообще, красное Део нагло приезжал, грузал и уезжал. Ну у него хороший забор получился, красный дядька. Я бы не смог слепить. Траншейная псинка. Про окоп. Окоп, на всякий случай. Нужно было. Начинается. Да не помешай. Ну да, да, да. У нас дебил один вырыл на стадионе окоп, юноша. Ты видела? Нет? Мальчик? Да, вдруг. Я видела, дыра такая. Я говорю, ты придурок, говорю, тут беговая дорожка. А это все остальные дети играли. Хайроид. Дети играли. Я говорю, ты же зарой. Да, да, да. Я ему даже лопату хотела. Да он даже не полуокоп. Они реально руками рыли. Они весь рост рыли руками с девочкой, с Лизой. Ну на стадионе. Ну и что? Дети развлекаются. Ну, что? Хорошо, что они в компьютер сидят, играют. Хорошо, ну. Отлично. Ну, это, же не... это можно все исправить, зарыть там. Завтра они будут делать баррикады на дорогах. Делать коктейли Молотова там. Все вот эти, которые она поддерживала вашу революцию. Все ямы, которые мы хотели, чтобы заасфальтировали, да. Все их вырыют глубже. Это же творчество. Да, вот смотри, даже какая аномалия. Течение туда, а палка в обратно. Андрюш, да, зафильмуй. Подожди, не берите. Очень подозрительно все. Ты представляешь, какая аномальная зона? Да, давай. Нет, вот сиди, посмотри, как реально, все и туда, а тут, а это сюда. Ну, о чем говорить? Ну, да. Вот, давай, неси. Огромный, молодец. Эксперимент у Кирды. Ну придумай как, да. Разворачивайся. Молодец, вот, логически. Ну, спасибо тебе. Неси. Ай, носик, молодец. Ой. Что тебе дать? Она любит, когда ее снимают. Травичку? Она позирует. Позирует, лапку будет поднимать. Да, да нет, что, разные какие-то проблемы. Так вот, одна, но у них похожий вот окрас. Вот это на дыру всегда была, помнишь, такая вот? У нее был зененкун, бабушка размер. Или прапрапрадед какой-нибудь. Что даже надбровный глаз. Какой злой пес, какой злой пес. Это ужас просто. Как мне с ним справиться? Яна нашла его на трассе. Она одесситка. С Одессы возвращалась, я ее там нашла. Маленьким щенком, слепым еще. Представляешь? И выросла такая. Это благородная девушка подобрала щенка. Я бы в жизни такое не сделал. Ты как-то увидела. Я смотрю, какой-то пучок бежит. А меня человек подвозил. И я говорю, остановите, пожалуйста, остановите. И он только останавливается, смотрит в зеркальце заднего вида и говорит, ну, можешь уже не выходить. Я выбегаю на дорогу, останавливаю джип. Джип меня еще так там, уже трасса шла, как Киев, ну, Одесса, Киев. Объезжает джип, белый Деолана стоит, я под колеса заглядываю, она там маленькая сидит, я ее сразу взяла. А прямо между колесами, да? Да, ей повезло, вот просто повезло, потому как что там отбойник уже шел, а тут уже машины ездят вовсю.
И это благодарная животина теперь плавает за палками, потому что она теперь должна, как земля колхоза. Да не, она хорошая. Она отличная. Она очень умная, она знает все команды. Знает, как он не знает. Вот это вот. Я ее выгребила, она очень верная, она меня даже спасала с моря. Она думала, мы первый раз поехали на ее родину в Одессу, я пошла купаться, а она думала, что я где-то тону. И она начала плыть ко мне, у меня только голова там вдалеке виднелась. Я ее оставила на бережочке. Вот, она плывет навстречу мне, я говорю, ты не доплывешь, она плывет, ты плывет. Я тут, Нола, давай назад. Она подплывает, вот так вот хватает меня за кисть и начинает просто тащить меня. В этом году я провела эксперимент, так. Помнит ли она это. Я говорю, Нола, я тону, помоги, и начинаю плескаться. Да. Она с берега плывет ко мне, разворачивается, я ее беру за задние лапы и просто ногами так делаю, и она меня вытащила вот. Она умничка, она большая молодец, она знает, ну типа. Ей только 2 года, но она уже такие... Друзьям раздает дрова. Ай, спасибо. Ну не всем. Какой у меня зверь, зверь. Ужас, ужас. Давай брошь. Давай брошь. Дай мама брошь. Да. Мама. Давай, это уплывет. Быстрее, 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 быстрее. Не знаю, кто успеет такие быстрее. Давай, ищи, вон плывет, давай. Этот не хочет, да? Этот не хочет, чтобы тонула собачка. Он начинает нервничать. Течение не унесет? Ну, лучше обратно. Нола! Видишь, начинает нервничать. Нола! Нола, ко мне! Там мель, слава богу. Нола, ко мне, давай. Ты видишь, эмоции. Да. Да, все нормально. Да лучше так не делать. Надо туда метать. Ты уже больше так не бросай. Ну, не буду. Я начала вот эти все природные подходы. Это клизма. Да, смотри, да. Какая бодрая. Молодец. Жуля сказала, спаслась наконец. Они, кстати, целуются, как при встрече, когда мы вот видимся, то Нола его всего облизывает. Она его очень любит. Ну честно. Ну, типа вы не замечали. Да, я помню. Ну так и все. Да, ну, тоже как-то. Да, твоя палочка, молодец. Погода на заказку. Да, крючками. Ему нужны микроэлементы. Да, нормально. Да чего поедем? Да заходи, идем купаться. Попей. Ой, да. Попей воды, попей. О, вот так, жарко, да. Сейчас, говорит, открою рот, и вся река зальется. Вся рыба. Вся рыба тоже попадет. Да, он как кит просто открывает рот, и рыба вносит. Планктон. Да. Молодец, зайчик. Там рыба вообще. Викулька, иди ко мне. Викуля, давай. Викуля, иди, мой хороший, давай. Теперь будет сутки сохнуть. Да? Ну, конечно. Бейка. Ну, нормально. В этот раз он быстро выходит. Это все моя рука. Добрая рука. Молодец. Так, говорит, теперь песочки повалять. Мне нравится вода. Я буду здесь. Хорошая, хорошая, нормально. Вчера, когда я зашел, в поезд было неплохо. Может, попробуем даже. Оно освежает. Вот. Молодец, молодец, молодец. Молодец. Начинается. Мы потом пойдем еще раз. Давай, поехали. Вот. Тут можно валять. Давай. Я буду сейчас строить. Давай. Будем сейчас строить фигуру из песка. Черепаху сейчас сделаем. Давай, молодец. Я хожу за трубочкой, что-то. Ой, блин. Что такое? У меня будет хотела лечь. Хочешь, я ее потяну? Подожди. Нет, один раз, один раз. Один раз. Вот так, смотри. И вот так. Нет? То есть? Пульс. Было лучше, да? Чем... Было лучше? Что, пошло назад? Нет. Госпитализация?
Ампутация. Надо просто немножко... Да все хорошо. Не тот результат, кажется, еще более согнулась, попала. У меня все супер, я буду строить черепа. Может, йогу какую-то, может? Как этот называется? Сфинкс этот. Очень. Вот, вот сюда локоть, я точно помню. Сфинкс. Это беременный сфинкс. Но! Ой, ты! Что ты там достаешь? Что там? Палка? Я думаю... Там остатки шашлыка. Мы будем вегетарианцами год-полтора. Я усохну. Мы сможем открыть уже йога-школу у себя там. Так как люди потянутся, вы скажете, конечно, вот до, вот. А вот после, и все, о, ты бог. Да, я такой правда сижу весь в розовом кресле, обложенный фруктами и овощами. Вокруг меня, значит, люди. Ну, такая, это традиция такая индийская. Божество, гуру, он всегда в этих самых овощах. Я уже вижу голову бегемота, реально. Это да? Черепаха. Это черепаха? Ах, вот она как. А большая ли голова у черепахи? Это будет морская черепаха. А, морская, окей. Тортила. Нет, это речная тортила. Хорошо. Она была речная. Где у Буратино было море, извините меня на секундочку. Да, он где захотел, там и получалось. Но она любит так, она так. Тому назад, как она. Я была как Буратино. Я такое не помню. Да. Как она пела? Кто это? Зеленка, да. Как она пела? Блаватская. Да. Артистка? Черепаха. Артистка, да. Ирина Зеленая. Зеленая, да. Нет уже, да? Нет, их уже давно никого нет. Давно уже нет? Да. Тут недавно какая-то такая... А, певица это «Черный кот», помнишь эту песню? И тогда наоборот, «Черному коту» или... Будьте здоровенькие, будьте, держите, ой, держите. Счастливенько, счастливенько. О, вас все, держитесь, надо. Тихо, тихо, все ушли уже, что-то ругается. Тихо, а что-то поздно ты это, сколохнул. Добрые люди, приятные. Как хорошо отдыхать в родном селе. Хорошее место, Миша. Хорошее. Это затока какая-то? Нет, это ты не поверишь, это старое русло Десны. Да, Десны. Называется Десен. Любич. А. Десен, такая, это что? Как бы вон, видишь, люди идут пешки, как Иисус и Христос. Ой, прикол! Я тебе говорю. Так мы можем туда тоже отправить. О, Боже мой. А потом сразу становится. Люди могут ходить, да, по люди, воде. Да, люди ходят по воде, это святые. Прикольно. Святые. Просто Иисус нашел там, где мелко, и решил пройтись, а все думают, о, он святой, ходит по воде. Сейчас еще посыпятся чебуреки с неба. Манго манна с неба. Небесный. За руки. Ну, давайте возьмемся за руки, друзья, переплетемся на всех. Да. Собака бывает кусок. Сплетение душ, сплетение. Свеча горела на столе. Да. Свеча горела. Смотри, уже, смотри, они уже перешли речь. Так супер. Ой, Боже. Что она будет кричать Иисуса Христа? Она радуется. Нет, там рыба, рыба. Тогда можно построить крокодила. Ладно, это будет. Давай другого. Все испортил. Ну, да. Мне понравилась картина, я все не могу ее найти в интернете. Ее дублируют, и я так понял, ее на улице очень выгодно разбирают. Сюжет такой, значит, девушка, держа вот так вот простыню, склонилась возле мольберта. Значит, на заднем фоне, значит, атаманка такая, значит, драпированная ткань. То есть кто-то ее рисовал неглиже. И она, значит, у нее округлые глаза такие удивленные. И она смотрит на это рисунок. Она рисунки такое безобразие какое-то. Ну, просто, знаешь, детский каля-маля такой. Кто-то ее положил на эту атаманку и херачил там обышоб. И она такая, она же думала, что она попала в лапы к художнику. Да, кстати, мы недавно смотрели такое. Подобное, да? Андрей, ты не помнишь, что это было в интернете? Вот сериал такой, тоже что-то там, или это я одна смотрела, какой-то русский. Это ты без меня смотрел. Как у вас, продолжает этот телевизор выдавать все фильмы на горах? Да. Да? Да. Или крокодил все-таки? Глаза, ну что ты творишь? Что ты творишь? Я замешиваю. Это был крокодил. Я замешиваю. Я как Челентано. Между нами тает лёд. Давайте вопрос, который... Ой, Владимир, вопрос, который нас интересовал. Пора. Кто написал произведение «Две Дианы»?
Меня конечно. Никто не помнит. Да пойдем. Почему? Да никто не знает, по-моему, ты сочинил сам. Нет. Ну ничего страшного, это бывает. Ну сейчас мы найдем на интернете, кто написал. Я уверена, это классика. Хорошо. Это девочка читала, которая была в 11 классе, начала по школьной программе. Это какой-то вот из просто классиков, типа Лермонтов, Достоевский, там вот что-то вот такое. А ну, Лена, посмотри. Две Дианы. Сейчас Лена найдет, если здесь интернет есть. Мне, конечно, хотелось сказать три Дианы, но две Дианы. У вас есть интернет? Пожалуйста, это же вопрос меня со вчерашнего вечера просто не дает мне спать. Мучает. А мы сломали планшет, так что мы не можем найти. Вы сломали планшет. Давайте уже вот здесь мы разделяемся, типа, вы говорите, я сломал. Давайте. Сертаки. Не помню. А ты знаешь, что сочинили? Было же на это сам в криминальной хронике. Они курят домашний табак. Да. Полегче. Но ничего не делают. Водефакт. Давай, доставай. Барашка. Вот она же. Мира, ее надо передать по кругу. Ну, Лена не будет. Она хочет быть в этом. Не, Лене нельзя. Тем более. Вдруг из нее начнет это самое. Мудрость. Мне просто... кажется, идеи будут. Надо сразу лист, бумагу, там еще что-то. Я знаю, что произойдет какой-то короткий период, у нее начнет отказывать там все, и она начнет паниковать и требовать добавки. Добавки. Дайте мне мою руку. Нет, руки нету. Давай. Зачем мне эти впечатления? Подержите. Я держу. Ты серьезно набила? Ну так на всех. Ну давай. Я не хочу, чтобы видео запечатлено. Я выключаю. Не знаю, что... Мы один авторитет, а в другой так не очень, как бы. И они в этом, в онлайне, ежедневно устраивают там стимы, так называемые. Или батлы вот эти. Нет, не батлы. Там типа просто они там тусят, они там шутят, а они продают всякие вещи, например, там 100 щелбанов, вот этому, который попроще. Рэпанов таких, подзатыльников, ударов, там, лося в грудь, лося туда-сюда. То есть за день там бред какой-то сумасшедший. Там, тортом в лицо, там, да, в пятак, там вещи страшные. Прострелить из травмата в этом бронежилет. Ударить электрошокером. Ударить электрошокером в шею. То есть он сидит и его... И сколько они денег типа за это? Смотри, ну, кто сколько... Кстати, будет, в рублях, потому что оплачивает только Россия. В гривнах ничего не идет вообще. Все в рублях, ты представляешь? Так они, наверное, всю Россию сидят или как? Нет, они у нас в Киеве на Троещине. Да? Они на Троещине, блогеры. Их смотрят, это их смотрят, что капец. Даже в Америке просто могут. Их везде. Из Америки смотрят, короче, их из Бразилии. Их смотрят. И за каждые лайки платят деньги. Да. И очень хорошие. Да, а там просмотр по 1.5-2 миллиона. Ну, представляешь этих? А люди шлют, что вот пикает, каждый тот не успевает выполнять. У него уже морда опухла. Потому что... Иногда этот его корефан, он сильно прикладывается к нему. И тот потом обижается, потому что, в принципе, можно же было на... Эй. Можно же было на этом... Папарацци. Папарацци, да. Можно же было как-то, ну, слабее, никто бы ничего не сказал. Ну, это ж я думала, а он его как замандюлит, что там реально кровь течет сухо. Или тот буквально лежит, дергается. Ну, я не знаю, так придуриваться тоже надо уметь. Так они дальше пошли, они там устроили сейчас этот бои, мопс там с одним другим блогером помоложе, там спарринг-программа, там такое завернули, сейчас умеют. Мне в лоб шварк, я, значит, упал, а потом смотрю, еще с четырех сторон бегут. Говорит, а я же уже опытный, я сел и уже голову обнял руками. И они, ну один, говорит, такой, говорит, был опытный, он сразу меня выключил. То есть один удар, говорит, и... Картинка пропала. Потом картинка появляется, ему говорят, ну ты понял. Оказывается, он в этих стримах одевал тельняшку. А это... Да, ВДВшную. А ему, значит, не положено. И эти... Его догнали какие-то... Ну, наверное, я не знаю, что они... Может, они сочиняют такое? Да, вроде нет, потому что... Как-то... Кстати, его не заставили, а как-то его уговорили... Он насобирал. Он пишет, на прыжок с парашютом, в углу написано, да? Или там, я не знаю, там, сожрать живьем там какую-то змею. То есть какие-то абсолютно идиотские. Ему деньги, да, и ему собирают деньги. Неделю. Нет, так подожди, хорошо, но он, наверное, говорит, вот если я собираю такую-то сумму, я сделаю. Или как да, это да, работает? Да, именно так. Вот ему на счет поступает, и его напарничек говорит, все, поехали. И они едут вот в наш этот Чайка. Этот кукурузник, его туда запихивают, одевают на него памперсы, чтобы потом показать. На экран, так что вообще снимают с четырех точек, там
все четко, все. Прыгнуть там с этого, ой, ну, боже мой. Там, ну, и вот он на Троещине тусует, его уже все знают. Его же ментам доставили, менты его тоже смотрят. Я по жизни, типа, он говорит, я звезда Ютуба. Все, до свидос. Все, вопросы все снимаются. Берут у него автограф с ним, селфи, где он уходит. Вот время, да, Миша? Да, 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 да. А они рассказывают там, что вот там это, там, да, значит, огромное количество вопросов, там, как зайти, как выйти, они, короче, там обучают разным, буквально, я не знаю, ну, каким-то таким своим, ну, там, в камеру там принято, вот ты, вот ты с вещами, и они разыгрывают эту картинку, там, открывается дверь, там, начинается, это, как там, как они там, ну, все возможные там это вечер в хату, там, знаешь, такие там примочки всякие. А ты кто там, то все, и какие-то игры там с бубном там вокруг тебя. Молодец, люди да. сидят месяцами, годами, им скучно. И они из каждой ситуации хотят извлечь какой-то стол. Я пришел. Вот Андрей с тобой стручит, ты нормальный, блин, в Фейсбуке выкладывал да, свою личную жизнь на показ. Ну, я ему говорю, блин. И другие за это строчки хотя бы без опеки получают, а он просто так дурака валяет. Не, подожди, подожди, чтобы получить хорошие деньги, там надо серьезно постараться. На самом деле у них за каждую 1000 просмотров да. 50 долларов. Нет золота, меньше. Меньше? Да, да смешно меньше, ну, я короче, тоже так думал. Важно. Иногда смотришь, у человека 100 тысяч подписчиков, думаешь, вот этот чувак качает, да. Ни хера. 50-100 долларов, ну для нас, конечно, нет, это хорошие нет, деньги, это а для какого-нибудь обыкновенного блогера. То есть, если бы мы с Бруклина вели онлайн какой-нибудь чат, да, мы были бы первыми и сняли бы вообще бабла бы немерено. Один блогер, он даже заснял видео, как он идет в банк, и ему перечисляют с Ютуба, у него да. есть даже награда ага, там. Какая? Пока когда набираешь миллион подписчиков. Какая кнопка? Тебя... Какого цвета? Серебряная или золотая? При чем тут кнопка? Это важно. А что за кнопка? Когда ты получаешь миллион подписчиков, тебе дают золотую. Тут, нет, он когда просто идет в банк и снимает уже деньги у себя в карточке. И он показывает вот такая вот стопка в рублях. То есть он нормально на 2 рублю там. Да не, ребята, я говорю, недорого. Он лучше. Классный, типа ты блогер, его про... много смотрит. Насколько? А почему я его не знаю, например? Назови. Может, у вас другая, типа, интерес. Какие там, а что там такое? Ну, не литература, классика и, не понял. Не знаю, ты смотришь? Музыка и балет. Может, он то снимает там. Какой балет? Алло, гараж, какой балет? Какая литература, классика? Ну, типа, ну... Если я рассказываю о мопсе, то, наверное, там... Классика не пахнет. О том, как стучат по дыне, да? Балет. Ну, короче, я вам тогда скину. Не, ну если балет, то особый балет какой-нибудь там. Нет, я вам скину ссылку. Ладно, он там голый бегает по городу Киеву. Ага. То есть у него выше, чем из червя, например, ударить леща. То есть он такие делает, ужасная вещь. Его фамилия не на букву М, не? Я не помню. Не Мартыненко, честно? О, да, вот что-то вот. Так вот этого Мартыненко, между прочим, Мартыненко вот этого. Вот этого вонючего Мартыненко. Мопс, между прочим. И вызвал же на поединок и избил. Да? Человек, да, а этот Мартыненко идет и говорит, сука, старика не ожидал. То есть мопс старый хрен абсолютно. Старый сморщенный зэк. На нем места нет. Еще и такой, ну, на иглу мастер-любитель. Там вообще позвоночник. Вообще не там тусуют. Я знаю, позвоночники кости. А Мартыненко твой, но он конченый. Это не мой. Я понял. Я вам пыталась просто показать. А про кнопку он спиздел. Нет, а есть другие еще. Они прыгали с метрополитена прямо в Днепро, с этого через метро. Через метро. И один переломался капец как. То есть теперь собирают бабки на то, чтобы ему. Нет, мочу выводить по трубочке. Смешно. Для этого нужно было прыгать. Особенно мне эти два умилила, которые с какого-то торгового центра в Крещатике попали. Так это они! Какой мир тесен, боже мой! Мы нашли очень знакомых. Да! Ну, короче, на самом деле, это они. Так, я сейчас еще какое-нибудь половое извращение вспомню. Если мы его видели, то вообще... Не надо. Прямо надо. Вообще. Да. А эту худющую американку, которая бананы ест, ты не смотришь? По 30 штук в день и типа, 3 килограмма. Да, и да, качается да, вообще да, жесткая. Да, она такая вся крутая и говорит, кроме бананов нам в жизни ничего не надо. Она кушает 3 килограмма ровно в день. Все. Больше ничего. И пьет банана-герл. Да, она говорит, столько энергии, она как, каша, как она же такая... Да,
Да, капец. Ну, короче, да, крутая. Да, нам надо еще работать на себе. Короче, надо вместе не видео. А как да. Вы еще, когда вот эта, которая была фитнесом занималась, и все тоже такая, все красавица и так далее. Ну. И здоровый образ жизни. Ну. И в итоге она от баллончика, нет, баллончика разорвавшаяся с этим. Кто? Ну, скажем, со сбитыми сливками. Это надо вообще такая ирония. Не, ну это смешно, да. Не, ну ирония, это ирония. Да, да, это дурня. Не, ну представляешь, да, такое нечетное ограничительство его сливок, чтобы от сливок сбить. Да, да. Ужас. Есть соль, что за хуйня, есть соль. Я думала, типа гималайская. Ну нихуя себе. Он говорит, ну неси обе. Тут приносит, он берет одну соломку, на дедура все высыпается. Вот, что за хуйня. Берет вторую, трусит, из нее что подает. Что там следующее? Трусит, из нее ничего не выпадает. Буся серьезно отвечает за мясо. Вовремя пришли переворачивать. А где эта штука твоя? Какая? Ну, которая защипывается. Давай сейчас разложим эти все две овощи. Сейчас подумаю. Ой-ой. Молодец. Стереги мясо. Главное не торопиться в нашем деле. Спешка, она ни к чему не нужна. Кстати, надо их тоже там, да. Да, или сюда. Да, вот сюда. Сюда, да? Вот. Месяц огурцы. Ну так заряжай. Я пока. Хорошо. А, надо еще какую-то емкость под эти. Шашлыки будут готовы, а это нет. Это интересно будет. Просто реальный перебор по харчам. Вина возьми, пожалуйста. Давай. Серьезный перебор. Тут получается непонятно. Ну, ну подержи. Фу. Нельзя, или так прямо положить? Так и ложи. Клади. Клади. Она займет всю эту штуку. Эй, привет! Я тут. Кушать землей теперь. Да ничего не буду кушать. Одна лысая. Я понял. А там сыр внутри, что ли? Да, там класс. Хватит, да, хватит. Придется просто почистить нос этой штуки. Вот. Все органическое. Удивительно. Что? Ну, стулья. Пропал стул? Да нет. Ну, вроде этот как бы уже да. Этот так вроде бы уже да. Этот можно было еще подержать чуть-чуть, но он опасен. Он опасен. Могут быть неприятности. А там мясо, вы его пропекали? Да. Одно единственное мясо, которое... Что? О. Что такое? Что такое? Да, сторожишь. Горячая реально, Лена, не зря обожгла. Тут серьезная горячая. Ой. Ой, ой, ой. Помидорчики тоже немножко. Я снимаю уже их тоже. А они с одной стороны классно черные, а тут просто. А вот по-другому не получится, они свалятся, если мы сейчас их со всех сторон засмалим. Ну да. Да вообще. Они, как знаете, идеально выложены. Ой. Но они так хорошо лежат. Перчик. Перчик?
Один. Второй еще нет. Ну, уже охранник. Ну, это что-то, может, и заработает. Пойдемте, ребята. Ой, рюмочки взяли, хорошо. Да, разбирайте тарелки. Так, что еще нам? Нам надо сюда масло. Масло, соль. Чтобы мы могли баклажаны. И каждому по тарелке. Тарелочки. Та, которая под этим, под шашлыком тут уже будет. Ну такая вот реакция, да, я не понимаю, я не могу. А чего еще нету? Мне это совсем маленькое, моя кошка этого недостаточно. Вы сейчас увидите. Нормально? Я постоянно такая реакция у людей. Я могу поспорить, что вы словите как минимум 5 штук. Только мне, ну хорошо, мне так вдруг. Мы полведра за 30 минут словили. Тут сначала раньше собирали для этого червей, а потом настолько устали, что начали на всякие сопли ловить. Мы же было на банановую шкурку, если да, честно. Да, хочешь? Я хочу, хоть на арбузы. Им пустой крючок бросьте, они уже там... Ну не надо уже унижать наших карманов. Не будем вот это нагонять. Так, а куда ты пошел? Уж надо с ним договориться. Проходите сюда, пожалуйста. Сейчас, сейчас, это кресло. Интеллигентный абсолютно уж, такой приятный человек. Ну, у него нет ни головы, ни ног. Как он живет, ты подумай только. Ну, представь себе эту картину. У тебя одна голова. Надо как-то выживать в системе. Так у тебя, Миша, что, две головы? Мы сюда будем бросать рыбу. Это важно. Давай. Пошли. Серьезно, это все кажется. Это ладно, шутки. Я брон, что тебе стоял. Вау, вау, рыба, вау. И только вот так, раз-раз, я кошки свои наловила. Свои бабушки, прабабушки. Не, ну вот это малюсь. А тут все разы. Ну, большая, да. Ну, такую вот завиду где-то. Ну, вообще, Миша помните, очень большой? Редко брет. Я скажу, даже практически ну, два раза ты меня обдрёшь. Просто правда. Правда. Насчет правда, рейдера. Настолько, правда, настолько может, фантастическая вообще, что все считают, что это брехня. Давай стакашек. Все вообще, думаю, что кордон. Знаешь, что ловля на тесто, она отличается от червя, что не надо сильно садись. Не надо долго ждать. Надо, как только он так реально потянет. Подержи. На. И можно кричать. Там есть дынька на столе. Хотите? Нет, пока нет. Пока нет, сейчас рыбалка. Кока-кола, если что, в холодильнике. Все хорошо. Готовьте к старту свой пайп этот. Вай-фай. Моя бабушка курит трубку. Курит трубку. Понимаю, там уже надо. Да нет. Да он уже повел. Ну он повел, но мало ли не кричу рано. Давай, зайка, иди, я тебя как раз вот на тебя тоже взяла. Ну где висит? Шо мне? Давайте я вам немножко так запущу туда на это. А я вот так возьму. О, хорошо, хорошо, хорошо. Зайка, ну, тебе тоже малютку, да, ты любишь такое. Может и не в третий раз. Ну такой. Нет, я вас отобчил. Боже мой. Не, может из-за того, что погодные условия. Сейчас надо подготовить. Ну, Лена. А фотограф-то уже был немножко не в себе. Это перепад давления просто, конечно. Ну, кто будет сейчас плевать? Давай, тяни уже. Да нет. Все, не, повела, повела. Тяни, Лена. Да ничего, мы вас забыли, я же не ушла, нам просто так, это что-то нереально. Компания. Ой, тихо, мы крошки на вас остались. Да, начинаю. Ой, ты сладкая. Смотри, тень, посмотри, сколько тень. Что какой идиот, орать будет, клевать в такой луже, подумай только. Или не судьба. На, вот смотри, Викуля. Не знаю, не знаю. Как кушает. Не, на, Викуля. Вчера был только веселее рассказ про курочку. Ой, я бы могла ее повторить. Не, я не представляю. Мне кажется, просто не все войдут в этот транс. Если бы вы все закрыли глаза, я бы вас вела вот в этот вот вилоч сельской. Это невозможно. Ты вчера такое просто курочку про навык. О, повел. О, давайте. О, теперь да. Есть. О. У-ху. Я же вижу, бимба просто. Класс. Сейчас пойдет дело. Все, сейчас у нас... Так, где наша... Не, ну сразу бросаю туда обратно. Я даже из этой мастырки могу вам... Не надо, не надо, я приготовился. Не, другую, ну все. Я уже пыталась выковырить эту мастырку крючком. Думаю, ну типа, что тебе кушать лишний раз. Передавай в другой цех.
Давай, переработаем три руки, даже в сети. Я не знаю хоть одного рыбака на свете, который обслужит два егеря. Даже Брежнев так не ловил, как ты. А можно главное, рыба какая? Можно бросить? И заметьте, с двумя высшими образованиями егеря, чат пусть кидает. Я думала, она растяжет. Летят, Янукович. Все, так, а ну посмотри, кто летит. Да, ты два клоуна сейчас тебе расскажут, как надо рыбалить. Я хочу один раз запустить, чтобы даже не встал. Нет, чуть-чуть правее бери. Эй, мастырка слетела. Назад. Очень жалко крючка. Нет, я сейчас все будет отлично. Ну, конечно. А вы поводите немного. Да, уже повели уже. Сейчас я от одного куста в другой. Лучше держи, сделай натяжку. Давай. Эй, не спускайтесь туда. Тише, пошел туда, ты шо? Только обсохли. Я потом переоденусь. О боже, нет! Телефон хоть вынул, хорошо. О боже мой. О боже. Заодно вот. Надо было еще покосить. Конечно, какая рыбалка может быть? О все, боже мой. Мы же всех распугали. Вылезай, вот и рыба попалась. Дайте хоть ручки на Трагедия. Дайте руку, блин. Кто-нибудь, помогите. Я без вас же не выйду отсюда никак. Ничего, ребята, отвезут тебя. Мне пришлось вас спасать. Спокойно. Можно один раз заброшу? Один, не буду вам мешать с рыбалкой. Сейчас, Лена. Один просто. Покажу тебе, сейчас я покажу. Конечно, вы уже скаламутили там воду. Да, конечно, какая... Я даже не знаю, будет ли клёв. Понятия не имею. Давайте. Держи. Профессиональный рыбак. Вот, смотрите, с натяжечкой. Вот это правильно, вот этот бросок, да. Ну, это правильно. Вот, да, это так, лучком. И все равно перепутала там все нахрен. Уже ты перетянула ее. Ладно, заброшу, как девушки бросают. Да, вот хорошо. Мне кажется, что-то с глубиной, да? Мне хотя надо еще на карту. Нормально. Между нами глубина. Между нами кроет крот. Между нами трясет собака шерстью. Буся, иди гуляй. Мне кажется, что я взбил воду. Скаламутил. Я пойду поищу этого. Вторую рыбу? Ее брать? Нет, червя. Лучше бы трубку набить. Да. Хорошо, сейчас будет сделано, шеф. Червем. Зачем нам червь этот несчастный? Если на тесто хорошо клюешь. Где моя автопепельница? Не, ну я хочу червя. На одного червя можем 20 штук словить, даже не меняя червя. Мы уже это практиковали. Да. Ну, сейчас солнце, она где-то вся улеглась. Не, ну так уже две штуки споймали. А что там? Черви. Ты думаешь? А где? В реале. Ну, мы в прошлый раз там нашли. Да? У нас слетела эта штука. Нажитка. Слетела нажитка, да. На. А где стаканчик, который? У тебя там где-то штука? У меня? У меня нет его. Ну ты что? Пошел туда с ним. Я с ним пошел? А, да, пошел. Держи пока. Все. Стоит сиротка. Не сядь. Там стаканчик. Отлично. Хороший замер. О, отлично, отличный бросок, отлично. Все шансы на успех. О, уже, все, сразу. Дай сразу. Подожди. Дай ему потащи. Потому что тогда я тоже говорю, что я не сразу я взяла. О, еще раз. Нет. То оно просто... На самом деле, поэтому я тогда ждала. Нет. Подожди. Подожди, Лена, это просто клюет. Не люблю держать, что так, вот такое подобное спит. Оно сожрало и все. Давайте, черт. Пошла новая тема, черт. Да, сейчас будет бомба. Ну только немного не надо, потому что... Давайте его на три четверти. Да. Вам не можно доверить? Конечно, я уже ампутировал его.
как деревья. Я помните, уже... что да. вы с ними сделали? Что? Там что? Просто... Что? Это же вы там подмазывали, перевязывали, правда? Делали ампутацию и скрещивание. Да, да, да. Это жесть, я не знаю, как вообще можно к такому прийти. Доктор Менгель. Здесь с деревьями мы же разговариваем. Ну, они как живые. Как только луна полная, мы выходим в сад и начинаем переговоры. Полмун. Полмун. О, но Нола вас облизывает. Я извиняюсь. Все, смотри, какой он длинный. Давайте. И абсолютно не, ему не больно. Супер. Он говорит, он разделился спасибо, на спасибо. Братьев. Да, нас стало больше. Так был я один, а теперь нас двое. Вот радость. Это сейчас у вас будет бешеный клев. О, да, мы уже обещали сделайте сегодня. Сделайте тень, пожалуйста. А рыба не любит. Рыба не любит тень. Мы может глубину сделаем попробуем? Не, не сейчас, сейчас вот. Серьезно. О, все, можете тянуть. Только это червь, надо нельзя тянуть. Нет. Да уже можно, она повела уже можно, его. Конечно. Уже сейчас все. Оно в клюв и уйдет. У-ху! Класс! Клев! Клев! Сейчас клев пошел. Сейчас еще на этого червя смотри, еще его брать. Тут самый... А что так червь так? Да, потому что же его тянули 8 человек. Под водой. У них группировка, мне кажется. Мы натрапили на банду какую-то. Это же это. Не надо было за ними стеговать. Точно? Ну, конечно. Ой, классно. Да. Ну, а что вы там сидите, как эти? Там заслапано. Он так забрал его, что ты брал права. Надо было его вынимать. Резче, резче. Ух ты, упал червяк, куда упал, сволочь, повернись. А что ты бросил? Он упал, у меня выпал, я его нашел. Повезло, повезло. Потому что он так прям бесит. Поправить, давай я поправлю, Никита, не подожди. Покажи ключиц, на что ты... А кто, что? Ты забыл червяк. Кто? Я, нет, я про этого. Второй упал у меня на пол. Нет, такая это Андрей говорит, на что ты думаешь, там ничего нет? Как ничего нет? Червяк упал у меня, вот тот, который в руке лежал. Да не, он не видел просто. Что-то алабай разошлись. Да, разошлись, разошлись у них. У них или солнце начало садиться, или им харчи поднесли. Опа! Нифига себе! Жирная какая, а? Да ужас. Отодрать нельзя, отпускать. Такая тяжелая. Десятером. Десятером бросаем ведро. Вот такую рыбу слоял. Так и надо. Главная мотивация. Вперед. О, хорошо. Кто-то ловит. Логистика. Произошло, да? Боже, у нас здесь спички. У нас целая пачка там. О, хух, я смогу еще покурить. Да. Подождите, по кругу, по кругу. Ну, в общем, тоненько. Давай, я хочу напоследок жирного идти. Надо еще. Да? Что-то оно не произошло конкретного такого. У него просто уже кругами водит карась. Я вижу, что он идет, но он не сытачит еще. Не. Куда-то он... Держите меня так. Да. Ай, упала бедная. Куда упала? Бедная упала. Неважно. Миша. Дыршу. Так он сказал, ай. Да что нормально. Фух, а удочка где? Вот это опаснее намного, чем... Карась уже хрен с ним, их миллион. А крючок гамакасу. Ну знаешь, как его бережем? Ямакаси. Ничего. Крючок. Сказала, что хочу ли я сама снимать? Видишь, она сама сниматься начала, понимаешь? Крючок этот самый, да, крючок приоритет. Топля. А ведь продолжается лов. Пойду вторую половинку отрову. Ну как оно? А подскажите, где спички, пожалуйста. А, сейчас. Ого-го. Это ты бы выбросила пустую. Офигеть. Так. Ай, ай, ай. Боже, боже, боже. Снимайте сами. Сейчас я... Нашла? Снимали. Вот тут. Ай, блин, ты не умеешь снимать. Ди-ди-ди. Выбрала их. Нет, снимать это не по мне. Начинается. Кушать по тебе, а снимать не по тебе. Так я еще могу ее разделать и убить, а ты вообще нет. Поэтому молчи уже. Жалко рыбку.